Сегодня мы будем разговаривать об эпигреме от Холика Холика Шиммеринг. Шиммеринг в переводе с английского языка обозначает блестящий эффект. Это серия BB Petite, розовая именно серия, предназначена для нормальной кожи, которая придает блеск для лица. Это мы увидим на моем следующем видео. Так что следите. Здравствуйте, все подписчики. Сегодня мы будем обсуждать BB-крем Холика-Холика Petite BB Shimmering. Так, это BB-крем. Нашими словами, это тонока. Но более корейская версия идет как увлажняющий крем и тональный. Разница в том, что разница в BB-кремах и тональных кремах западного и корейского происхождения в том, что тональные крема западного производства обычно оставляют желтый оттенок на лице, и сразу заметно, что у вас есть тональное средство. Но когда вы мажете BB-крем, она подстраивается под вашу кожу и придает эффект мерцания. Иногда бывает влажный финиш, а иногда блестящий финиш. Некоторые люди, так как не любят блестящий финиш, они выбирают матовый финиш. У меня кожа комбинированная кожа, поэтому я выбрала блестящую shimmer для нормальной кожи, для нормальной комбинированной кожи. Так ее будем пробовать. Вот тональное средство BB-крем Petite Shimmering BB Cream корейской фирмы Холика-Холика. Сегодня будем пробовать наносить BB-крем. Для нанесения BB-крема обычно мы используем спонж. Они бывают разной формы, так что у меня вот такой спонж от фирмы The Face Shop, так как я люблю все корейское. Теперь будем пробовать. Обычно тональный крем нужно наносить на лицо. Запах очень приятный, то, что можно сказать. Очень приятный, так как я люблю все запахи. Напоминает шампунь. Перед тем, как нанести BB, я нанесла базу под макияж. Она бывает разная, у разной текстуры, она бывает обычно похожая на крем. Теперь будем наносить BB-крем. Обычно легкими похлопывающими движениями. У меня кожа комбинированная, поэтому видите, что мое лицо уже блестит до того, как я нанесла BB-крем. Особенно Т-образная зона. Думаю, еще будет нанести один слой, так как она не скрыла красное покраснение на моем лице. Так что, думаю, еще одного слоя надо будет нанести.